Шок, йо, переворот, бежим вперед. Я знаю, там можно укрыться на пару часов. Без разговоров, передохнем, пока отгоним псов. И я устал дальше двигаться, я не готов. Легавый все ближе, но он уже не слышал. Сказал только прости, мне очень жаль. Но я буду любить тебя и петь. Даже на небесах, детка, я, ты так и знай. Зажег джойнт и раскрыл карту. Рассказал ей о подземных помещениях банка. Бросил взгляд на сумку, она лежала в углу. Не все, что нужно, было видно по его лицу, что он не слишком рад этой идее. Она взяла его за шею и нежно тронула губы тупо. Но это наш последний шанс, детка. Давай сделаем это для нас, йо. Перекрестки от банка, куда не то, что на машине не проедешь и на танке. Они уже в люке, спускаются под землю. Над головой луна, под ногами пустота. Мысли о том, как стала близка мечта. Но никто не ожидал, что внизу и ждет облава. Легавые дадут дойти им до конца. И после выстрел один, два. Одиночная камера, но уж она сидит у окна, смотрит небеса, прокручивая те слова снова и снова, зная, что надежда не умирает, она продолжает жить, ждать, любить и помнить, каждую ночь у окна сидеть.